Друзья, доброго здравия, всем счастья и любви. У нас Дахаб, Египет, и наше чудесное солнышко уже восходит над нашей территорией прикольной. С вами Майтрей, и наполняемся любовью и счастьем. Пусть в благости пройдет день, лето, и новые времена наступят. Пусть будет счастье во всем мире, и мы будем помогать этому счастью, вместе творить его, быть осознанными, наполняться любовью. И все, что происходит дурное, пусть оно стимулирует только наш рост, развитие, просветление. Какие ни были бы сложные задачи, давайте будем творить добро. Несмотря на воздействие, на влияние, пусть темные силы отступят, потому что мы сильнее, мы осознаннее, мы счастливы. И мы знаем, куда мы движемся. Мы движемся к свободе, к счастью. И это счастье, оно всегда с нами, оно всегда есть. Нам только стоит обнаружить его и быть в моменте, быть этим счастьем и творить добро. И тогда нам ничего другое не страшно, потому что мы будем знать свою истинную суть, свою природу, природу бесконечных, безмерных существ, которые никогда не рождаются и никогда не умирают. И это счастье будет всегда с нами. Как счастье быть в этом прекрасном месте, счастье быть в пространстве, где все здорово, где спокойно, хорошо, и где мы, любящие, творим добро. Я вам желаю счастья, друзья, гармонии, любви и чудесного дня. Во благо.